Чудесная игра, главное полезная. Чем больше крутишь, тем здоровее и богаче становишься. А главное, нервы прям железные стали. Теперь знаю, что нужно советовать людям, у которых проблемы со здоровьем и финансами. Игра творит чудеса, есть один минус. Очень мало рекламы. Я вообще игры качаю ради рекламы. Наверное, таких комментариев ждут разработчики. Скачал приложение, находясь в страшной депрессии. Уже буквально через 10 минут игры мир заиграл новыми красками, жена похудела, ребенок перестал вопить и сам пошел в 4 месяца. Собака начала гадить только в унитаз. Но это не все, через 20 минут телефон начал покрываться золотой коркой, и из него посыпались алмазы. Через 30 минут я начал исцеляться, пропали все шрамы, выросли новые зубы и волосы. И вскоре я начал лечить все вокруг. Жизнь больше не будет прежней. Спасибо, разработчики. Пойду повешусь. Как только начал крутить спиннер, так сразу же под подушкой нашел 8-й iPhone, и деньги стали появляться в кошельке после каждого вращения. Рекомендую. И скоро покупаю квартиру в Москве и буду продолжать крутить. Деньги на лечение не скидывать. Накручу сам. Ну что, господа и дамы, давайте посмотрим, что же это за чудеснейшая игра, которая мотивирует такое огромнейшее количество пользователей в Google Play оставлять такие веселые комментарии к данной игре. Эта игра у нас называется Fidget что-то там, но мы ничего не можем увидеть из-за того, что здесь у нас реклама какого-то бильярда. Да, спасибо, это в следующий раз. Fidget Spinner, вау, это же симулятор спиннера. Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. Сегодня у нас не битва замков, сегодня у нас обзор говна... великолепной игры под названием Fidget Spinner. Ну а если вам нравится такой формат, и вы хотите, чтобы каждый день выходили видосики с обзорами каких-то хороших Android игр и таких вот игр, то сразу можете видосу поставить лайк и написать что-нибудь в комментариях. Я буду вам весьма благодарен, это меня промотивирует стараться дальше. Ну чё, погнали, у нас тут дейли бонус, давай заберем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Жмем крестик, time it spin, free spin. Прям трудный выбор. Ладно, давай жмем free spin. Обратите внимание, вот здесь у нас тоже рекламочка, да? Ух-ух-ух-ух-ух, больше рекламы, нужно больше рекламы, давай фриспин. О, неужели здесь нужно будет крутить спиннер? Какие интересные сюжетные повороты. Давай, опа, нихера себе. Мне дали спиннер, еще один, нихера себе. Блин, если б я сейчас крутил это все дело на своем новом телефоне, я бы, наверное, там чувствую дырку протер бы. Сначала дырку протер бы на экране телефона, потом начались бы натираться мозоли на моем пальце, стер бы нахрен к херам вообще палец, и у меня начал бы протираться, стираться уже непосредственно ноготь. Но я все кручу, я не останавливаюсь, у меня 300 оборотов в минуту, ребятки, супер скорость. Давай, Саша, бей все рекорды, это же просто интереснейшая игра. О, еще один спиннер дали. Во, вот это графика, ребятки, вот это интерес, это сюжет прям просто супер, не знаю, аркада. Здесь тебе и стратегия, и экшен в одном лице, прям в одном приложении. Блин, аж самому захотелось какой-то комментарий написать. Ну-ка, мы уже прокачались до 11 уровня, ребята, болеем за меня, болеем! Ща будет огонь, давай! Давай. Я хочу 400 оборотов в минуту. Я хочу больше оборотов в минуту. Ну, я знаю, я могу. У меня все получится. Давай. Ну-ка. Давай больше. Больше оборотов в минуту. Больше. Подожди. Я думаю, что мне нужно как-то вот так вот это все делать. Так. Утечка ключевого цвета. Давайте я лучше буду черно-белым. Во, как раз я подхожу. Вот сейчас я больше подхожу к этой игре. Would you like to rate us 5 stars? Ну, конечно же, эта игра заслужила определенно 5 звезд в Google Play, но нет. Нет, я хочу еще. Магазин. Апгрейд. Нихера себе, еще апгрейд. А, за деньги нужно купить все это дело, да? Я прям не знаю, трудный выбор. Ну давай не сегодня, обещаю, что куплю. А ну куда ж нам без рекламы? Нужно больше рекламы, да? Больше нужно рекламы, так.
Апгрейдить не могу, только за бабосы. Спиннершоп. Так. А, идем дальше крутить. Давай. Сильнее. 400. Видели? 400 оборотов, ребятки. 400 оборотов. Я так сейчас дергаю мышкой, ребятки, что у меня параллельно... Да, я хочу еще спиннер. У меня параллельно качается правая бицуха на руке. Ну, то есть на правой руке бицуха качается. Я еще, я еще и спину качаю. Посмотрите, просто полезнейшая игра. Я теперь не дрыщ, хотя бы наполовину с правой стороны. У меня уже будет накачанная бицуха. Просто супер игра, супер. Удивительно, что еще не выкатило ни одной рекламы, потому что я когда играл на телефоне, я пытался это видео записать с телефона, но у меня ни хера не получалось, потому что каждую минуту выкидывала реклама какой-то другой говно хорошей игры. Но здесь что-то нам везет не так уж и много. Давайте качаемся до 20 уровня. Ух, ух. Кручу, верчу, запутать хочу. Посмотрите, у меня аж стол шатается. Я весь шатаюсь. Хромакей глючит, но я кручу этот гребаный спиннер. У меня мышка сейчас ёкнется нахрен. Это вам не в Battlefield играть. Это вам не битва замков и не Clash of Clans. Это спиннер. Equip the spinner. Во! Во! Какой у меня спиннер, ребята! Блин, ну давай, добьем этот раунд. Добьем этот раунд. Добьем, давай. Просто это интереснейшая игра, которую я вообще видел в своей жизни. 21 уровень у нас, ребятки. 21 уровень. Крутим дальше. Трышуем. Давай, давай. Ну, ну. Давай, давай. Сколько у меня еще времени? Крутим, крутим. Я устал. Не, он типа просит меня дальше. Давай, энд жму. О! Новая рекламочка, как же без рекламочки. Я он сварт, свой кафе, он майзит из бустык под гардеска, аграк. Латышская реклама, большущая спасибо. Сейчас просто меня прям все поняли, кто в России. Это реклама бензоколонки с наивкуснейшим кофе. Ну куда уж нам без рекламы. Еще реклама, я не успел прям вкусить все соки прошлой рекламы. Мне уже впихают следующую, но прям супер игра. Супер игра. На самом деле, если говорить серьезно, это не супер игра, это какое-то откровенное говнище. Я вообще не понимаю, как это дерьмо попадает в Google Play. Я, конечно, предполагал, что там много непонятных игр, но чтоб такое. И, может быть, я не делал бы обзор данной игры, если бы просто не наткнулся на коммент... Я же говорить не могу, я сорвал горло, ребята. Может быть, я не делал бы обзор этой игры, если бы не наткнулся комментарии в Google Play, из которых я дико угарнул. Минут 10 там завис и просто тупо читал комментарии. А потом решил, дай-ка взгляну на эту игру поближе. И взглянул, и моя жизнь никогда не станет прежней. Вот так вот, ребятки. Что самое интересное и удивительное для меня, эту игру скачало 10 миллионов человек. 10 миллионов человек вот так вот на телефоне долбили, короче, эту херобору. Бля, у меня губы красные. Ужас. Ужас просто. 10 миллионов человек это говно скачало. Которое... Это говно, через, в котором через каждую минуту появляется реклама. И весь смысл... Весь смысл этой гребаной игры просто крутить гребаный спиннер. Не, я понимаю все тренды, я понимаю то, что сейчас на спиннеры моды, и все прям бегут за этим. Я обложечку постараюсь сделать, такую кликбейт, знаете, обложечку какую-нибудь. Я заказал на eBay даже спиннеры, теперь я прям, можете меня в касту этих ко-ко-ко закидывать. Я просто интересно, что такое спиннеры, но реальный спиннер. Но, сука, делать симулятор спиннера, и я посмотрел в Google Play целая куча, и все эти говноприложения напиханы рекламой, и кто-то же в это играет, я просто, я охереваю. Мне хочется посмотреть на лица этих игроков. Ну а на этом все, кому понравился данный формат видоса, кому хочется видеть не только хорошие игры на моем канале, но и всякое говни за 3000, ставьте лайки, поддержите меня, пишите комментарии. Всем удачи, друзья, и пока, и не напарывайтесь на говно. Можете зайти, кстати, почитать комментарии об этой игре в Google Play, дико угорнете, но не качайте. Всем пока-пока. Как у меня заглючил, как у меня заглючил-то хромакей, а?